приветствую. Сегодня у нас открывается занавес упаковки. Я покажу вам, как упаковывается коляска, что входит в процесс упаковки, какие точки крепления колясок при упаковке, как транспортируется, в каком виде она должна приходить вам. Итак, пробежимся по спецификации. Колясочка под номером 537, пользователь Тимофей. У Тимофея коляска красного цвета, красного, пульт LCD. Расположение пульта слева. Дополнительная опция есть. Дополнительная опция — это у нас боковые поддержки таза и держатель для телефона. Так, комплект, который идет с колясочкой. Документы, адресные для транспортной компании, программатор, еще одна доп. Опция, комплект ZIP, замочки для цепей, звезды датчика скорости и зарядное устройство. Вот в такой коробочке это все укладывается и находится внутри коробки. Да, программатор забыл. Программатор положим. Итак, все четыре точки крепления у нас зафиксированы. Уже пришел Артур Борисович с финальным визитом, так сказать, запечатлеть для истории комплектацию коляски, качество крепления и состояние финальное перед упаковкой. Ага, ага. Так. Совпадает номер? Конечно. Совпадает. Итак, коляска приобрела транспортное свое положение. Сейчас мы ее накрываем целлофаночкой, вот этой, хорошим пакетиком таким, вот, чтобы предотвратить излишнее загрязнение, попадание влаги и так далее. Вот таким вот образом все это у нас делается, после чего надевается вот такая коробочка. Она еще у нас не собранная. Вот итог нашей упаковки. Три точки крепления коробки. Коробка зафиксирована надежно, даже не качается. Фирменная наклеечка Caterwheel. Ну что, Тимофей, скоро приедет красотка.